Приветствую вас, гости канала «Мои путешествия». И сегодня я приглашаю вас в мир аквариумистики. Познакомлю вас с очень важными рыбками для любого пресноводного аквариума. Этих рыбок называют водорослеедами, потому что они питаются водорослями и очень хорошо подъедают избыток водорослей, не допуская перенаселенности в аквариуме. Вот перед вами плавают серебристые метинисы и акульи балу, у которых на всех плавниках заметны черные и желтые полоски. Это акульи балу. И между ними вы видите рыбок с удлиненным туловищем, желтоватыми плавничками и большим темным пятном у хвоста. Это сетчатый водорослеед или пегий эпальциорингус. Он родом из Юго-Восточной Азии. Наиболее активно они едят водоросли в молодом возрасте, когда до 7 сантиметров длиной бывают. Взрослея, они теряют интерес к водорослям и предпочитают обычный корма для рыб. Это надо иметь в виду и не требовать от взрослых рыбок того, чего они уже не делают, не едят водоросли. А это китайский водорослеед или гиринохейлус. Он тоже хорошо поедает водоросли и тоже только в молодом возрасте. У гиринохейлусов рот в форме присоски. Это позволяет рыбкам прикрепляться к подводным предметам и при помощи специальных пластинок сдирать водорослевый налет со всего, что есть в аквариуме. Если информация была вам интересна, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Благодарю вас за просмотр и до встречи в следующих видео.